Sony Colliery, Euroask, Jersey Corporation представляют. Мир Жака Куртенса. Увиденный режиссером Григорием Амнуэль. В фильме участвуют Изабель Куртенс, Аурель Дандуа, Александр Брусиловский. Светлана Москвина. А также при содействии РВ фон Мишель, мэра Грасса, Жан-Пьер Лелю, вице-мэр Грасса, музей виллы Фрагонар. Отрывки с четырех времен года Вивальди исполняет камерный оркестр «Музыка Вива». Александр Брусиловский, дирижер Александр Рудин. Отрывки из чиконы Баха исполняет Александр Брусиловский. Медитация Гали, Филипп Ди Петрис и Бернар Гали. Прелюдию Сантерсолы, Клод Пиальт. Отрывок из сонаты Франка, Александр Брусиловский и Игорь Ласько. Парфюмерная фабрика Фрагонар. Стихи Кристиана Руссо читает Анна Сейлер. Общество друзей Жака Куртенса, Бельгия.
Здравствуйте. Добро пожаловать на виллу Сантьяго, которая принадлежала моему деду Жаку Куртенсу. Мой дед родился в Бельгии и переехал во Францию в Курен-Грас в 1973 году. Он всегда мечтал о прекрасных долинах Граса, родине его любимого великого Фагана. Когда он купил этот участок земли, здесь ничего не было, кроме полуразрушенной овчарни. Несмотря на то, что мой дед, как и Жан-Брель, бельгиец, он создал дом в любимом им испанском стиле. При строительстве были использованы архитектурные детали мадридского дворца, снесенного из-за строительства Хилтона. Все, что вы увидите здесь, придумано и создано моим дедом.
Он задумал создать этот дом не только для себя, но и для своих друзей, художников, музыкантов, поэтов. Их всегда было много вокруг него. Это был его мир. Он всегда творил под музыку. Звуки ее часто творили его друзья. Например, Игорь Маркевич. Он часто бывал и жил тут. Это был не просто дом. Он создал больше. Настоящий мир. Je veux une montagne d'herbe devant ma porte. Хочу я дверь открыть и гору, и блестящие земли увидеть. Хочу, чтоб солнце мне сияя над той горой улыбалось. И чтоб ковер глициний синих в траве зеленой расстилался. Хочу, чтоб звуки обручились цветом, чтоб музыкою радовали нас картины. Но не хочу я нот от солнца иных, чем рвутся вдали сердца. Не тот артист, что озабочен, как будет принят стих ублюдок, но тот артист, чья жизнь — поэма, кто жив по правилам искусства, чья жизнь — мазок с его палитры, пусть даже кисть его держала, рука голодная, неважно, душа и правда — акт творения. И пьян от жизни воспеваю творца, резец и кисть артиста, что день и ночь в поту и страхе рождают истины творения. Пусть бьется сердце, вот в чем счастье, а не в блистании ничтожном. Простая святость правды скажет, кто здесь ремесленник, кто гений.
Прожить день, коснуться ночи, прожить свой сон до бесконечности. Жак Куртенс. Сценарий и постановка Григорий Амнуэль. Оператор Анатолий Гришенко, Григорий Амнуэль. Монтаж Андрей Баранов. Звук Андрей Худяков. Постановка танца Сергей Виноградов, Юлия Зуева. Создатели фильма благодарят всех, кто принимал участие в подготовке. Продюсеры Александр Брусиловский, Григорий Амнуэль. Производство Sony Color Евроаск, Jersey Corporation.